Всем привет, друзья! Сегодня приготовлю для вас подборку из самых дешевых автотоваров с сайта AliExpress. Надеюсь, вы найдете что-то полезное для себя. Ну что же, пристегивайтесь, а мы начинаем. Инструменты для демонтажа обшивки салона. В наборе идет 11 инструментов из твердого и невонючего пластика. Товар приходит в картонной коробке, так что целостность его доставки обеспечена. Если заводские буквы с названием марки вашего автомобиля подпадали или потерялись, то эта проблема легко решается. На AliExpress есть вот такие вот 3D-буквы из металлического сплава. Крепятся они на двухсторонний скотч, который идет в комплекте. Цена одной буквы 30 рублей. В описании оставлю ссылки на разные цвета. Телескопическое зеркало с подсветкой – очень нужный инструмент для осмотра, контроля или выявления поломки в труднодоступных местах автомобиля. Также радует, что есть подсветка, батарейки идут в комплекте. Естественно, нужно понимать, что это не профессиональный инструмент, но для периодического, домашнего или гаражного использования вполне подходит. В прошлых подборках я показывал вам номерные болты, ношу еще более крутые болты, они отличаются тем, что идут в комплекте с металлическими заглушками. И это придает более солидный вид, длина болта 2 см, если длина будет немного больше, чем вам нужно, то их можно подрезать, в комплекте идет 4 болта. Колпачки для клеммы аккумулятора, в комплекте идет 10 штук, цена всего 150 рублей. 5 тросов по 15 см с креплением, отлично сойдут как брелок для ключей и не только. Незапотевающая пленка на зеркала, довольно полезный товар, будет незаменимым помощником в дождевую погоду, в комплекте идет 2 пленки. Недорогая автомобильная радиоантенна, дизайн антенны минимальный, кабель длиной 5 метров, крепится она на двухсторонний скотч. Резак для виниловой пленки, для более комфортной работы есть удобная ручка, работать инструментом очень просто. Вставляете в специально отведенный разъем обычное лезвие, фиксируете его и готово. Металлические американские номера – очень крутой элемент для декорации гаража, квартиры, машины и не только. Довольно редкая вещь, которая придаст вашему помещению винтажную нотку. На этом у меня все, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ведь дальше будет еще много интересных товаров из Китая. А я всем желаю удачи и всем пока!